EA Games. Challenge everything. В Новый год с новой кабиной. Так теперь выглядит МТЗ-80 с новой кабиной. А вот так вот выглядел раньше. Итак, кабина малая, первая комплектация МТЗ-80. Что входит в комплектацию? Дворник передний, еще не поставили. Электрический, электропривод под дворник и дворник. Габаритные огни, повороты, фары. Зеркала. Крылья. Крылья, правда, узковатые. Придется ставить широкие брезговики. Стопы. Фары задние. Верхние. Задний дворник механический. Внутри кабины. Сиденье. Резиновый коврик. Все крышки. Печка. В общем, все видите сами. Все крышки есть, но шумоизоляции нету. В общем, все видите сами. Все, что есть на кабине, с ней шло в комплекте.